Добрый день. Вы смотрите телеграм-канал «Австрийский алтаец» на YouTube. Давайте я вам дам панораму. Смотрите, как сегодня жарко, тепло, солнечно в австрийской столице. Почти все австрийцы разъехались по курортам и отпускам. И сегодня, 23 июля 2020 года, я хотел бы кратко, в течение одной минуты, это для Instagram, рассказать, что я хотел бы прокомментировать статью. Называется статья «Кырлык. Народ против главы Туткушевой» за авторством депутата от партии ЛДПР Чабачаковой. В первую очередь, все 16 пунктов тезисов, которые были изложены журналистом газеты «Алтайдын Чолманы» Семеном Танетпасовым, это гнусная ложь, неправда и клевета. Село Кырлык никогда не было добротным, и уголовник Байрышев оставил селу и своим любовницам мусор, свалки, трупы, кладбище все разбитое. И все это мы подробно расскажем. Смотрите и читайте «Австрийский алтаец» на Telegram. t.me austrianaltair2. Подписывайтесь, делайте вот так.